Привет, привет. Ну что, я бегу по своим делам. Знаешь, попробую рассказать про канал Мили Ванили. Вот, я хочу рассказывать о других блогерах. Я их в свое время очень много смотрела. И вообще, знаешь, самый лучший способ перестать смотреть других блогеров — это начать записывать ролики самому, записывай сам, просто что-нибудь порисуй и наложи туда какую-нибудь музыку. Вот. Ну, можешь даже без музыки, и выложи буквально на минутку, и ты интерес к другому блогеру уже в чем-то потеряется. Хорошо. Смотри, Мили Ванили. У них, давай я скажу, какие у них каналы. Первый канал, который я могу что-то путать, но это не важно, который они создала Юля, это Алиса, Мими, Лиса. Давай еще раз. Алиса, Мими, Лиса с двумя буквами С. Хорошо, немножко тороплюсь, поэтому вот так вот записываю. Хорошо, с двумя буквами С. Алиса, Мили, Лиса. Хотя не, первый канал создал Лёва, и он назывался отличник, что-то такое. Вот, и потом этот канал стала вести его мама, и канал называется «Мама отличника». Хорошо. Вот, еще у них есть каналы «Батя Лёша». У Юли есть сестра Нина, у нее канал называется «Нина Ши». Канал начался с того, что Юля записывала ролики о Алисе. Алиса тогда была маленькая, 2-3 годика, и они делали какие-то распаковки, какие-то игры, ну, в общем, что-то такое. Вот, ну, я же решила маленькие буду ролики записывать, так как это мои первые, как говорится, пробы, ну, к тому же я тороплюсь, вот, как-то так.